Сегодня будем решать задачи с использованием функции модуль. Первая задача – модуль x минус 1 равен 1. Вторая – модуль x плюс модуль x минус 2 – это 5. Третья – модуль x минус 1 плюс модуль x минус 5 – 3. Четвертая – сумма модулей x плюс 1 и x минус 2 – это 3. На самом деле у нас там еще их много, просто я не все сразу написал. Что такое модуль? Расстояние от начала координат до точки, изображающей число.